хотел их приберечь и не допускать до этого матча. Здесь трехочковый очков набрал Октавиус Эллис 21, Дайрел Нельсон 16, а Джавонта Даглас 15. Якоб Чебашек! Броски Зечевич загружает на Джареда Кудбэми Джексона. Григорий Мотовилов. Единственный баскетболист в составе Минска, кто еще не отправлялся отдыхать, так это Джаре. Давненько в бонусе. Джаред Кудбэми Джексон против Пынько. Бенджамин Павел Дуду закрывает первую четверть. На паркет. Антон Близнюк, Бенджамин Павел Дуду загружает и первый танк. На дугу промахивается Данил Борисевич. Подбор на падение выигрывает Вадим Ступеда. Еще один танк. Для этого в первой половине сегодняшнего матча Дмитрий Куратник на Вадима Ступеды. Третий танк. Уралмаш, 4 команды, хоть Джаред Агунбэми Джексон издали. 14 трехочковых при 26 попыток, это рекорд. Больше 14 трехочковых мы не видели. Четвертый данк в этой встрече. Продолжает очень плотно действовать, тем не менее не выпускает мяч из рук Джаред Агунбэми Джексон. Каков он? Он единой лиги ВТБ. Дмитрий Куратник. Одна секунда остается, успевает он выбросить мяч, но забросить не получилось. Тем не менее, самоотверженная борьба в нападении приводит к тому, что... Как играет с руны Мотовилов, с этой же точки недавно попадал еще. И не попадает Александр. Промахи Уралмаша следует Джареда Кудбэми Джексона на Мотовилова. Тот вылавливает мяч в воздухе и реализует. Да, с игры пока что забросить не получилось, а быстрый отрыв пытались отправить мяч на Кирилла Писклова. Этот мяч был перехвачен игроками Минска. Джаред Агунбэми Джексон. 57-57. А здесь еще перехват осуществляет Бенджамин Павел Дуду. Григорий Мотовилов на Владислава Микульского. Зональных. Мотовилов против увы Тайкера. В одну, в другую сторону пытается качнуть Григорий Мотовилов. Затем пробиваться штрафные. Джаред Агунбэми Джексон находит на дуге якобы Чебашика. И тот заявляет снова о себе.